Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Татьяна, Таисия и Юлия. А жених у нас Виктор. Здравствуйте, рада вас снова видеть у нас. Проходите. Виктор, 54 года. Участие в программе «Давай поженимся» оставило у него не самые приятные впечатления. Уверен, что был неправильно понят невестой и ведущими и решил исправить ситуацию. Виктор – риэлтор. Зимой подрабатывает водителем-дальнобойщиком за границей. Гордится тем, что объездил весь земной шар. Мечтает влюбиться. Виктор не знакомится с женщинами моложе 35 лет и на дух не переносит истеричек. Женится на образованной и ухоженной женщине, ради которой он будет готов превратиться в супермужчину. Здрасте. Да кто же вас так обидел-то на прошлой программе? Ну, нельзя сказать, что уже обидели. Просто было видно недопонимание с ваших. Я волновался первый раз. Я думаю, со второго круга это все срастется. Я надеюсь, объяснить. Но у нас, между прочим, записаны все ходы-выходы. Поэтому давайте посмотрим на экран. Мы идем с пляжа, например, я могу взять ее на руки и понести. Она говорит, ну стой, Виктор, сколько тебе лет? Ты должен вести себя солидно, а ты тут... Ну только не секс на улице. Вот все остальное практически... Так не секс, практически... я на руки брал. Ну ладно, но на руки тоже идет седой дядька, понимаешь, с пляжа, весь потный, в трусах, берет тетку на руки, понимаешь? Ну не до такой степени. Вот вы любили по-настоящему женщину, когда она развелась, и вы поняли, что на вас лежит ответственность, вы тут же ее разлюбили. Скелет в шкафу. Да, пожалуйста. Хотя для меня он абсолютно очевиден. Хороший мужик, но не ваш. Он будет ждать свою принцессу, прекрасную, сам себе морочить голову. И я так думаю, что он еще проживет так не один год. Ну и что не так, Витечка? Ну, хотя бы тот момент, что меня выставили, когда любовь всей жизни, а тут как будто я использовал ее, как только она согласилась жениться, я сразу... Ой, давайте-ка быстренько пробежимся по вашей истории, а то не так. Нет, конечно. Ну, и рассказывайте. Ну, я любил и добивался ее 6 лет, но просто... Она была замужем. Она была замужем. И целых 6 лет вы ее добивались. Да, потому что она говорила, что зачем это, как говорится, наносить травму ребенку, и зачем нам, у нас и хорошие с тобой отношения. Тем более, поэтому... да, почти у всех есть любовники. Если бы человек не любил, он зачем ему лишняя, как говорится, головная боль? Я не говорил, что она вас не любила, она вас любила, и нет, она... Нет, если бы я не любил ее по-настоящему, зачем мне головная боль? Как говорится, меня все бы устраивало. А действительно, зачем? А вот вас и устраивало на расстоянии. Представляете, и пляж, и секс, и романтика в отношениях, потому что редко. Тань, ну ты такого представлял себе? Ну он, видимо, очень добрый человек. И тут она бросает своего мужа. И? Где продолжение? И, может быть, с ее стороны вот было и все интересно, потому что она была замужем, и это, может быть, носило какую-то интригу, романтизм в нашей встрече. Витечка, женщины отвечают и за себя, и за свое потомство, поэтому просто так не ушла бы ваша возлюбленная. Она 500 раз все это взвесила. Правильно, и она взвесила, на вас надеялась. И она... Так как там, может быть, был еще кто-то претендент, она взвесила все и, как говорится, может быть, не открыто, но дала понять, что я не герой ее, как говорится, романа. Так вы женились или нет? Нет, не женился. А почему не женились-то? А зачем? Ну, потому что мы поехали предсвадебное путешествие, и, как говорится, тут произошла как бы искра между нами, что начался недопонимание. Это вы решили не жениться или она? Нет, мы, Виктор. Как бы оба. Ну, я первый, конечно, сделал шаг такой, то есть... уклонился бы, а она на такой поступок с моей стороны обиделась, и все, и взорвала отношения. Главное, чтобы он определился, да, вот, это, вот эти своды-разводы, оно как-то так, тоже непонятно. В чем мы собрали? Или как? Не, не я, в том я свете не говорю, вас нет, выставили, я, как, а как надо-то как было? Как потребителя, а я хотел высказать откровенно от души, как говорится, своего, что это то было... Вы благородно поступили относительно этой женщины? Ну, не то, что благородно, но, может, естественно, так скажем, поступил. Потому что если у тебя есть сомнения... Вы знаете, мы, Виктор, одно дело если встречаться, бы другое если сделать, вот создавать именно, семью. Действительно, нужно нести ответственность, конечно, этот шаг. Конечно. А зачем, когда лучше изредка встречаться? Дело в том, что вы не единственный такой мужчина, который выдергивает из семьи. Вот утвердился как мужчина. Да, она ради меня бросила все. И какое-то время еще даже можно и пожить, и повстречаться. А потом все. А потом что-то с вами такое происходит...
Ну вот это общепризнанное, видно, хорошо, такое мнение. Хорошо, и вы ударились во все тяжкие, да? Да, я тогда, ну, не то, я стал с друзьями, как говорится, не отказываться ходить в рестораны, а после ресторанов, например, у нас минские рестораны закрываются в час ночи. Мне не хотелось ехать домой, потому что одиночество, оно как-то усугубляет все эти мысли. А попробовать ей позвонить, извиниться, повиниться и сказать, что я пробовал, она не шла на контакт. Значит, сильно задели ее. Ну, как-то это, да, это не очень, наверное, честно по отношению к женщине. Вот просто конкретно, в нескольких словах, объяснить, пусть будет ваша версия, на что она обиделась так сильно. Ну, то, что по приезду, значит, из этого путешествия мы сразу не пошли в ЗАГС. Конечно, она же на это надеялась. Она на это не просто надеялась, она рассчитывала. И она именно под вашим давлением ушла от семьи и ребенка забрала. Представляете, каких стоило это ей нервов, страданий и так далее. Вы-то водочкой заглушили с товарищами, казино опять же. Кстати, про казино, что там у вас? Я с юности немножко увлекался там игрой в карты. И поэтому в казино я ходил, как говорится, чисто играть в карты. А потом как-то, ну, у меня такой математический склад ума или самонадеянность. И мне показалось в один день, что я, как говорится, выработал какую-то математическую модель и решил попробовать ее. И вот придя в казино, ну, говорят, новичкам везет или что, я выиграл довольно-таки по крупную сумму. Сколько? Ну, в долларах около 25 тысяч за ночь. А если еще перевести в белорусских на белорусский? Рублях, это потому что мешок целлофановый. Мешок целлофановый. Мне выдали банковскими упаковками, они такие прозрачные. Еще по казино ходят. Слушай, ну это вообще просто. А как так получилось, что вы, положив этот самый мешочек с денежкой, уснули на скамейке? Ну, потому что всю ночь, играя в казино, все равно это какое-то напряжение. Тем более идет... А до дома не доехать? Угощение такое. Я вышел просто и обнаружил, что у меня нет ключа от дома. Я сел на лавочку... При таких-то деньгах можно было и номерок снять. Ну, как-то до этого ума не доходило. И вы познакомились с женщиной. Ну, я, как говорится, расслабился немного и прилег на скамейку с этими деньгами, говорится, и уснул. Ну, а тут шла девушка, видно, на работу, это утром было. И она решила, что человек с такой суммой денег, прилично одетый, значит, видно, ему стало плохо или что. И она вызвала скорую помощь, ну, когда приехала скорая помощь. Она из-под него вытащить не могла. Оказалось, что все нормально, со здоровьем, все. Отношения завязались? Да, завязались. Так мне, я бы тоже завязала бы с ним отношения при таком мешке. Ну, 3 или 4 года мы, говорится, встречались. И вы сказали, что вы поняли, наконец, что такое интимная жизнь. Да. А вы были официально женаты? Да. И дети есть? Да. Сколько? У меня сын 35 лет и дочке 30. 35 лет сыну. Виктор, а я вот все-таки не поняла, правда, неправда. Вы все-таки куда делся тот мешочек? Да. Не разбазарили вы его или, может, вложили вы куда-нибудь? Да так и спит на нем, господи. Да. Он у меня под матрасом, оно засыпает. Не, ну я на полном серьезе. Ну, зарасходовал, естественно. А, вот стой, наверное, молодуха ты там это. Вы все-таки кто, вы риэлтор этот или дальнобойщик? Ну, вообще я получил был там определенные... У меня 2 высших образования, и когда я выбирал такую, как говорится... Я делал когда-то карьеру довольно-таки успешную. Так вы сейчас кем работаете? Я сейчас, как говорится, пытаюсь устроить личную жизнь. Нет, это самая главная задача. Так вы, мне интересно, чем вы зарабатываете? Ну, я уже достаточно заработал. Рост на руки, ты его посмотри. Работает он. Какой он дальнобойщик? Хочу объяснить хорошо ситуацию. В Штатах дальнобойщики, знаешь, сколько зарабатывают? В России и Беларуси дальнобойщик ассоциируется с кем? Это мужчина, от которого пахнет дизтопливом, у него руки по локоть в масле, и зарабатывает он, насколько я знаю, в России дальнобойщики зарабатывают, если я не знаю, как на российские, 2-3 тысячи долларов. Ой, вы не те фильмы смотрите, для меня дальнобойщик это с кубиками. Что же вы уходите-то от ответа? Сколько денег зарабатываете? Ну, месяц. Так как я не постоянно работаю, 5 тысяч. Меня только смущает, что он не работает. И меня вот хотел сказать то, что а как же работа? А работаю же... женихом. Вы хорошо выглядите, любите свободу. Вот вам зачем жениться? Что вам даст жена того, чего не даст профессиональная медсестра, врач, диетолог, массажист, бухгалтер? Атмосферу домашнюю. Хорошая домработница и все? Домработница...
Ну, если уже переводить на такие конкретные, так-то это можно, извините меня, пользоваться, может, женщиной, как говорится, легкого поведения, оплачивать и все. Правильно. Значит, за всю свою жизнь жену хотите... Я довольно-таки состоятельный человек, а за свою жизнь у меня даже не было мысли воспользоваться. Хорошо, Витечка, поняла. Значит, вам нужна хозяюшка. Собеседник, в первую очередь. Пожалуйста, библиотеку имени Ленина. Там этих собеседниц курите. Собеседник, с которым ты не только ведешь беседы, но и проводишь время, так сказать. Смотрите, вы, конечно, завидный жених, чего там говорить, потому что количество одиноких женщин сегодня, и они попадают под ваши запросы. Я не знаю, как в Москве, это очень ошибочное женское мнение. Ну что вы мне говорите, у меня куча подруг, которые... Мужчины, у меня куча друзей, которые, как говорится, и порядочные, и обеспеченные. Реально, где в современной жизни мужчина познакомится с женщиной 35-40 лет? Ко мне, к Ларисе. Может мне быть, нет, только... Единственный способ. Потому что молодежь, ты идешь если в ресторан, в бар, какие-то общественные места, девушки 20-25 лет, которые пришли завоевывать, как говорится, место в своей, в этой жизни. Вот к нашу программу. Женщины 35-40 лет никогда ты не... во-первых, уже в таком возрасте подходить на улицу, знакомиться, может, это восприятие совсем обратное. А на сайт двоеточка.тв не пробовали заходить? Вот как раз там тоже такие же есть. Понятно. Я думаю, что женщины, которые пришли сегодня бороться за вас, они пришли адресно, поэтому я вам желаю удачи. Спасибо. Мне кажется, он как-то это, такой типа плейбой на пенсии. Марс в раке, Венера в Овне. Человеку нужно противоречивая вот женщина, я бы так сказала несколько, потому что она должна быть уютная, домашняя, подстраиваться под вас, и в то же время импульсивная, увлекающаяся, яркая, да, веселая, игривая. Но поскольку вы очень чувствительны, вы зачастую какие-то вещи предвидите, чувствуете, буквально чувствуете партнера, как самого себя. Поскольку Луна в Рыбах и Меркурий там же в соединении практически, поэтому здесь надо сказать, что у вас вот это вот понимание человека, вы просто пролезаете в его душу, и любое слово, брошенное им, уже становится зоной чувствительности. Понимаете? Да. Вот здесь вот могут возникнуть противоречия, но вы стремитесь их исправить. Стремление к семье я не вижу. Знакомьтесь с первой невестой. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Пойдемте, познакомимся. Разрешите вам вручить. Спасибо. Татьяна, 46 лет. Директор туристической компании. Занимается строительством своего дома. Гордится веселым нравом. Предупреждает, что может быть резкой. Мечтает купить новую спортивную машину. За 8 лет отношений Татьяны с возлюбленным фраза «давай поженимся» прозвучала трижды. Но свадьбе состояться было не суждено. Здравствуйте. А вы прям такая недоступная королевишна, да? Вам трех предложений было мало. И еще чего-то ждали? Да нет. Просто так не сложилось, видимо. Сперва маме не понравилось. Потом? Не дошли до ЗАГСа. Второй раз что-то он не решился это сделать. Ну, а когда был поставлен ультиматум, собрал вещи и тихо ушел. Такая шикарная женщина. А потом вы вышли замуж? Да, и я где-то... В страданиях провела месяц, познакомилась со своим мужем и вышла замуж. Ребенок родился? Да, вот моя дочь Анфиса. Сколько лет Анфисе? 15. А? Да. 2000-го? 99-го. Чуть-чуть не дотянули. 27 декабря. Угу. И вы были счастливы в этом браке? Да, достаточно. У нас такой все правильный был. Я любила своего мужа, он был такой веселый, умный. Любил интересный вас. Человек, любил меня. А потом однажды что? Ну, однажды все закончилось. Он лег спать? И не проснулся. Не болел ничем, ни сном, ни духом, в общем? Ну, да. После прочтения выписки, ну, в общем-то, практически здоровый. Ну, острая сердечная недостаточность. Называется царская смерть, да? Ну, в общем-то, да. Вы москвичка? Да. А вот минчанин у нас Виктор.
Плюс зимой дальнобойщик, но зарабатывает хорошо. А были в Беларуси? Не была ни разу. Ну, просто влюбитесь. Да, говорят, вот прям сказочное место. Сказочное место. Вот просто поедете и влюбитесь. Ночь на поезде, вообще ни о чем. Дочка в 10-м? Да. Уже взрослая девочка. А как оставить туда? Никто, ну, сейчас все совершенно по-другому происходит. У нас есть бабушка. Во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что уже год-два, и там высшее образование, уже можно и без крыла. Без такого особенно. А потом Виктор не связан утром по звонку идти на завод, понимаете? А, кстати, вы готовы на территорию жены? Конечно. А у вас какая территория? Большая. Ну, сколько у вас? Однокомнатная, двухкомнатная? У меня дом. О, хорошо. А кем вы работаете? Ну, я унаследовала бизнес мужем. Так работаю. Директор туристической компании. Очень приятная женщина. Очень эффектная. Чувствуется, что она со стержнем, она такая властная. А чего вы хотите от брака? У вас все хорошо, деньги есть, вам не нужно выживать за счет мужчины. Вот чего хочется? Ну как? Любви? Ну пока еще хочется замуж, то вдруг год через три не захочется. Ну не будем хотеть. Чего хочется? Ну вот сейчас. Ну, пока еще хочется замуж. А всего ну, сейчас Ну а как же все брака? На себе? Ну она вырастет. Хорошо, мама не вечная. К сожалению. Что, муж вам для развлечения нужно, что ли? Знаете, сколько там дел потом это? У меня вот тоже все. Опустевшее гнездо сейчас. Я только прям сейчас счастлива. Да? Слава тут, да, во, вообще. Я хочу, лежу, хочу, снимаюсь. Хочу, собачка гуляй, никто не висит. Ну, я тоже на второй этаж ушла, я тоже хочу, лежу. Вот. В принципе. А это, понимаешь, там, тут болит, там болит. Тут почеши, да, там... Да, конечно, да, более естественно жить в паре. Ну, я думаю, да, дуальность это как-то вообще правильнее. Мне кажется, она слишком сильная для него. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока реклама. Что вас больше всего раздражает в быту? Чем заниматься не любите? В быту? Траву косить. Газонокосить. А вот садовник есть? Mm-mm. То есть помощников нет по хозяйству? Ну, есть, ну есть, есть дочь помогает, семья. У меня вообще семья такая большая. У меня есть братья, сестры. А вот вы говорите, что у вас характер. Вы, говорит, вы резкая можете быть. А это ну, по какому как поводу? Если нам, долго мы бесконфликтные, мы вообще не если любим. Если долго испытывать мое терпение, конечно, могу хлопнуть дверью и выйти, а закончить всяческие отношения. Любые. Беларуси очень доброжелательные люди. У них это генетически. Очень сострадающие мужчины. Я очень люблю Беларусь. Но у них есть какие-то свои. Они такие немножечко прижимистые. Не в том смысле, что любят прижиматься, а вот немножечко они такие. Бульбаши, одним словом. Да, будете обговаривать там контракты свадебные? Конечно. А нравится вот физически? Достаточно приятный. Да, добрый, выглядит... добрый. Да. Добрый взгляд. Он такой спокойный, она немножко такая... Она добавит яркости. Да. В их отношениях. Да. У вас три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна наедине, и традиция. Наверное. Кто бы сомневался. Пожалуйста, проходите. А хотите, чтобы мама замуж вышла? Да, да. Не будете ревновать? Не. Ну, главное, чтобы она как бы была счастлива. А если вас воспитывать будут? Ну, пусть воспитывают. Я как бы прислушаюсь к советам. Ну, я-то легкий на подъем. Я как-то все уже последние годы, я все время ездил по всему миру. Там, поэтому для меня это, как говорится, вообще... Ну, да. Я могу подняться и уехать. А вы какие-то языки знаете? Ну, немного там. Английский, польский, там, так. Разговорный, не литературный, ничего такое. Понятно. А так я легкий на подъем. Мне иногда знакомые звонят там. Вот у меня было 50 лет, и они говорят, поехали в Рио-де-Жанейро. Какое-то, чтобы было это. Я с удовольствием, конечно, соглашаюсь, и мы летим, чтобы это было какое-то такое знаменательная дата. И в то же время. Или потом звонят, говорят, вот, поехали в Италию. Там, то есть. Ты мне все советуешь, выходи замуж. Вот так вышла замуж, утром встала, смотришь на человека, думаю, кто такой вообще? Что был? Старческий склероз. Ну, какой замуж? Красавица. Хорошая девочка у вас. Сюрприз приготовили? Да, поиграем в «Орел и решку».
Вау, не пугайте. Сейчас посмотрим, сюрприз какой приготовила. Виктор, сыграем в игру «Орел и решка». Я подкидываю монетку, если вы, ну, вы, так как вы мужчина, вы будете орлом. Я буду решкой, так как я женщина. И я загадываю желание, ну, как выпадет, тот и его исполнит. Ой. Орел. И что это означает? Нужно исполнить танец. Помните? Помните? Нет, я... Так, стараемся. Прекрасно. Не растерялся, посмотрел. Да, да, молодец, спасибо. Молодец, Виктор. Спасибо большое. Спасибо. Это ни одного все, танца я не знаю еще. В своей жизни. Вот это для меня так сложно. Подожди, да еще что-то там. Что там еще? Что может быть еще? Деньги подаришь? Ну, давайте теперь вы кидайте для честности. А я знаю, если вы, что он захочет, жених. Решка? Решка. Ну и чего? Ну, тогда я исполню голос Розы. А приданное-то у вас есть? Небольшое. Ну тогда ладно. Молодец. Классно. У меня такое хорошее чувство юмора, судя по всему. Но у меня есть последняя волшебная монетка. Сейчас мы ее посбросим и узнаем нашу судьбу. Женится. Спасибо большое. Забирайте свою семью и проходите в свою комнату. Спасибо. Цветочки не забудьте. Денис, вы с меня глаз не сводите. Да, любуюсь. Как вам Татьяна? Ну, Татьяна, мне, конечно, понравилась. Конечно, мало информации о ней, но я обратил внимание, вот немного взгляд тяжелый. Это говорит о, мне кажется, сильном характере и, возможно, доминирующем характере. Я не уверен. Как все точно говорит? Я не уверен, что Виктору, ну, надо такая девушка. То есть он хочет сказать, что ты будешь всегда доминировать, поэтому ты не подходишь Виктору, потому что Виктору надо, чтобы он доминировал. Роза? Вот про что я и говорю. Женщина уже в возрасте, как говорится, хочется комфорта и покоя. А вы еще как батарейка у вас, знаете, еще там это, завод играет, так собственно говоря. Нет, для вас, наверное, хорошо, а для женщины возраст не очень. Поэтому не надо нам что-нибудь постоянно. Я думаю, что при другом характере Татьяна бы не выглядела так и не имела бы то, что имеет. А как сегодня выжить, если ты размазня? А что звезды? Она весы на 100%. Весы – это мужской знак. Понимаете? Поэтому взять на себя ответственность и действительно вести все, это в норме. Но это именно тот знак, который хочет жить в паре. И поэтому, что бы ни происходило, люди этого знака, они всегда стараются удержать отношения. Здесь у вас может быть очень сильно духовно-душевная совместимость, потому что Луна у нее в Раке, она человек глубоко чувствительный, такой же эмоциональный, как и вы. Понимание, вот как раз есть о чем поговорить вдвоем, это 100%. Вся проблема опять в том, что жених не знает, кто ему нужен. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Таиса. Очень приятно. Я не знаю, что будет после нашей встречи, любовь на века или просто приятные воспоминания, но я уверена, что эта программа изменит нашу жизнь. Хорошо, очень приятно. Таисия, 42 года. Исполнительный директор пиар-ассоциации. Занимается фитнесом, любит путешествовать и пишет стихи. Предупреждает, что верит в чудеса. Узнав о том, что Таисия ждет ребенка, ее возлюбленный быстро женился на другой, сменил фамилию и канул в бездну. Надеется, что Виктор – порядочный мужчина.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш сыночек. Да, это мой сын Григорий. Да, Григорий, привет. Как дела? Здрасте. Хорошо. Чем увлекаешься? Ну, всем. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, даже не знаю. Нравится учиться? Ну, скажем так, не очень. Хочешь, чтобы мама вышла замуж? Да. А какого хочешь папу? Или друга? Не знаю. Как получится. Ну, ясно. Может, ты сходишь, побегаешь по коридорам Останкина, а мы с мамкой пока побеседуем. Давай? Хорошо. Зря согласился. Да, ребенка отправили. Таисия, не секрет, что многие мужчины странно воспринимают новости о беременности своей женщины. Но вот так, чтобы сбежать, еще и фамилию сменить, это... Я не слышала раньше таких историй. Что случилось? Чего он так испугался-то? Вы знаете, молодой человек сказал, что он был не готов, когда я ему сказала, что я беременна. Но потом он попытался, целых 3 месяца он пытался как-то попробовать, да, мы жили вместе, вот. А потом в один вечер он позвонил мне с работы, ну, это смехотворная история, да, ее можно рассказать как анекдот. Позвонил с работы и сказал, все, я еду домой, что тебе купить? Я помню, что у меня был очень сильный токсикоз, я говорю, купи, пожалуйста, минеральной воды. И больше я его не видела. И он так и не приехал с работы сколько вам домой. Было лет? 30. Мне было 30. А ему? Ну, он был младше меня, немного младше. А ему сколько? Ну, больше 25, наверное, 27, может быть, вот так. Я звонила всю неделю, он просто не брал трубку, ни смс, ничего не отвечал. И через неделю он просто прислал мне смс, Тася, я понял, что я хочу жить один. И все на этом. Но он же знал, что вы сохранили ребенка. Конечно, знал, да, он знал об этом. Она мягче, да. Она домашняя, мне кажется, она такая. Создаст хорошую очаровательная жизнь. Девушка, да. У вас были с ним длительные отношения до того, как вы забеременели? Мы вместе жили практически сколько? Год. Год. Да, и, конечно, ребенка я бы сохранила в любом он случае. Он вам не делал предложений? Нет, не делал. Нет, и разговоров вообще не заходило нет, на эту тему? Нет, то нет. Есть вы понимали, что он не женится? При любом раскладе будет ребенок, не будет? Нет, этого я не понимала. А он с родителями вас со своими познакомил? Конечно, у меня с его матерью были прекрасные отношения, как у двух подруг. А вы как узнали, что он женился и взял фамилию жены? Да, вы знаете, у нас просто было очень много общих друзей. И, конечно же, вот все время, пока, ну вот до этой свадьбы, я очень долго ждала, что он придет, и он вернется. И я, честно говоря, я его даже как-то и пыталась поговорить с ним. Но это нормальная реакция беременной женщины. Вот. Он очень демонстрировал свои новые отношения со своей новой подружкой. И про свадьбу мне рассказали друзья. То есть общие Таисия, друзья. Как вы вот эту ситуацию сами себе объясняете? Мне кажется, что мужчина был не готов. А его родители в курсе, что у них есть внук? Конечно, они в курсе. И общаются? Нет, они не общаются. Его мать позвонила мне, когда я лежала в роддоме, и спросила, ну, послушай, у тебя есть кто-нибудь, кто тебя заберет из роддома? Я говорю, да, слава богу, у меня живы родители, они заберут. Она сказала, ну, хорошо. Второй раз она позвонила мне ровно через неделю и сказала, послушай, попроси, пожалуйста, своих общих друзей, чтобы они не поздравляли моего сына с новорожденным, потому что его новая жена, она как бы обижается. И вы знаете, я тогда вышла на балкон, так в душе, ну, вот в сердцах, что называется, и сделала для себя такой вывод, что в мире есть 7 миллиардов человек. Из них только 3 человека желают мне зла. Это вот отец ребенка, его новая супруга, его мама. А все остальные 6 миллиардов 900, 900, 900, они хорошие люди, они дадут мне быть счастливой. А если бы была ситуация, вот ваш сын вырастет, да. Встретит он свои 27, такую 30-летнюю, как вы, да. И она забеременеет, а у вас на самом деле другие совершенно планы на жизнь вашего сына, на перспективу и так далее. Вы также будете рассуждать, но уже как мама. А ты считаешь нормальным, когда родители вмешиваются в дела нормально. 27-летнего нормально. Дядьки? А мне не кажется нормальным. Никто его нет, в постель... А я вот ей задала вопрос. Разве вы к Таисии кто-то тащил его волоком? Не знаю. Но есть же такие понятия, тащил. Как контрацепция. В конце нет, а мне интересно, вы примете невестку, которая старше будет вашего сына? Которая будет старше моего сына? Да. Ну, вы знаете, я это про сыну невестку решать. Говорю. Это сыну решать. Ну, сама себе что-то придумала. Так получилось. Почему придумала? Она забеременела, он сбежал. А что, ну, очень да. Нормально. Нынешние вообще мужчины ни ответственности, ни жениться, ничего не хотят. Таисия, вы серьезно хотите еще ребенка?
Вы знаете, моя первая беременность была тяжела и морально, и физически, это честно. А я, наверное, хотела бы испытать счастье материнства и именно вот и счастливую беременность. Не считаете, тоже. Что поздно? А сейчас медицина современная, настолько хороша, я здоровая, сильная женщина. Вам нравится, Виктор? Вот представляете, какие плюсы. Вы земляки. И мне кажется, разница в возрасте 12 лет такая правильная. Ну, скажем так, это нормальная разница в возрасте, в нашем возрасте. В 20, может быть, это было бы много, сейчас нет. Ну, если только вам принципиально не нравятся молодые парни, потому что вы хорошо выглядите. Нет, мне не нравятся молодые парни. С этим покончено, и одного случая мне хватило. Угу. Как отдыхаете? Вы знаете, я очень люблю путешествовать. И ну, по-моему, тоже, да? Чаще мы с ребенком объездили всю Европу. Вот, я очень люблю путешествовать, и мы ведем активные такие путешествия, то есть это не просто мы лежим на пляже, мы ходим, мы смотрим, мы очень любим окунаться вот в жизнь города, страны, и не ходить не только туристическими тропами, а именно вот жить. Какие-то условия будут вашему будущему мужу представлены по отношению к вашему сыну, я не знаю, вашей жизни? Ну, вы же взрослые уже люди, в таком возрасте уже люди договариваются, как им удобно будет. Ну, тут сложно говорить, знаете, наверное, уж совсем вряд ли я смогу сесть с мужчиной и прям обсудить по пунктам каждый пункт нашей жизни. Нет, в этом возрасте нужно уже, не все, но некоторые пункты нужно обязательно. Жить на вашей территории? У меня есть своя квартира, но в принципе... Квартира какая? Однокомнатная? Нет, у меня двухкомнатная квартира. Ну, а комната сына, то есть да, у вас... и комната моя, да. Сейчас мы живем так, нам этого достаточно. Но, с другой стороны, это мое мнение, что мужчина приводит женщину на свою территорию. Значит, это правильнее. Ребенок будет менять школу? Ну, есть машина, можно возить в школу. Это нормально, многие возят. Мне кажется, он с интересом смотрит ну, на да, меня. Ну да, у него взгляд если загорел. Если то он как-то побаивался немного. Ему уже интересно, ему уже хочется, наверное, увидеть третью девушку и сделать выбор. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу? Почему-то про красивых женщин все хотят каких-то скелетов узнать. Ну, лучше сразу узнать. Единый проездной. Что это? Да, вы знаете, есть у меня одна такая беда. Очень давно, когда мне было 25 лет, в нашем городе произошла страшная трагедия. Метро «Немига» затоптала людей в метро, это было во время праздника, и так получилось, что я с сестрой попала в эту толпу, и просто чудом нас мужчина вытолкал из этой толпы. Вы знаете, после этого я одна не спускаюсь в метро много лет, я боюсь. У меня, ну, я не знаю, как это называется. А вам надо в метро спускаться? Я стала водить машину, я специально получила права для того, чтобы этого не делать. Ну вот. Ой, моя дорогая. Ну вот у меня есть такая видите, проблема. Господь вас оставил в живых для того, чтобы... Для того, чтобы что-то еще было хорошее. А сюрприз приготовили? Конечно. Покажите. Попал в трагедию в метро. Сейчас посмотрим на ее сюрприз. Виктор, я хочу рассказать вам стихи, которые я сочинила сама. Я хочу проснуться счастливой и увидеть солнечный лучик в оконной раме, потянуться, как кошка, томно, игриво, и быть в это утро не только мамой. Женщина не создана для одиночества, но знает ли об этом тот Бог, который судьбу решает? И чьи же для нас сбываются пророчества, что мы стали теми мужчинами, о которых так давно мечтали? Наверное, есть женщины, которые любят править, балом, заводом, большим кораблем, возможно. А мне нужна совсем другая малость. Сильные руки, и ты надежный. И если есть Бог где-то там далеко, Его я прошу за всех нас, кто идет той же дорогой. Если ты хочешь учить нас, дай нам другие дороги. Но не нужно давать женщине быть одинокой. Молодец. Мне понравилось. Ну, хороший сюрприз. Тем более, сама сочинила. Берите цветочки. Умница. Да? Проходите спасибо. В свою комнату. Спасибо. Денис, понравилась Таисия? Ну да, я хочу сказать, что Таисия очень понравилась. И помимо того, что она, ну, и действительно очень красиво выглядит, я хочу сказать, что вот она как раз-таки представляет вот пример женщины, которая
тоже имеет, наверное, не самую простую судьбу, но в то же время она сохранила вот эту необходимую кротость и душевную красоту. И, в принципе... Я думаю, там про кротость это вы сейчас, конечно, загнули. Нет, кроткие женщины, кажется, совершенно другой типаж. Мне кажется, она очень искренняя. Она очень добрая. Да. Видишь, как с первого взгляда я почему-то человеку показалась кроткой и спокойной. Но не тебе ли знать, что не совсем это так? Виктору вполне может подойти такая девушка, такая женщина. Мне кажется, она вполне может его ценить, любить. Виктор, как вам? Очень трогательно. Чем? Стихи. Есть желание защищать, заботиться? Очень интересно. Мальчишке 11 лет, хороший возраст такой, да? Да. Потом, послушайте, вам не нужно никуда не переезжать, вам... У нее все хорошо. Все то, что у нее должно быть к ее возрасту и в ее положении, у нее все есть. Вам не нужно будет решать ее никакие проблемы. Выяснять отношения с отцом этого ребенка, усыновлять, не усыновлять, вывести за границу и так далее. То есть, понимаете, мне кажется, это... Ну, если не брать взаимоотношения, то это идеальный вариант. Абсолютно. Я думаю, Таисия не так проста, как вы ее тут характеризуете, не кратка совсем ни одной секунды. Таисия все про себя знает, понимает. Она так же, как и первая невеста Татьяна, сильная, все тащит на себе, разумная, умеет с людьми общаться, разговаривать и договариваться. Просто тут случай с отцом ребенка, он ей не нужен был. Понимаете, там не ради чего было особенно... Ну, не сложилось, не сложилось. Она была готова к этому внутренне. Вам тоже не будет с ней очень просто и очень легко. Ну, мне кажется, вот чисто внешне, как женщина, ему понравилось. Требовательная женщина, поскольку Венера в Деве. Вот. И кротость, наверное, настрадалась, потому что Луна с Нептуном в Стрельце. И плюс ко всему это дает в ее душе вот это состояние погружения эмоционального. Она с трудом освобождается от того, что уже накопила эмоциональный груз. Но, тем не менее, это помогает ей жить, это ее подталкивает. У нее Марс в Овне. Человек, она очень сильный, активный, действительно требовательный. И плюс ко всему физическая совместимость у вас хорошая есть. Как тебе мужчина? Ну, нормальный такой. Проходите, знакомьтесь с третьей невестой. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Юлия. Очень сегодня приятно. Мы с вами в одной цветовой гамме. Возможно, это неспроста. Возможно. Разрешите приподняться. Спасибо. Юлия, 37 лет. Руководитель отдела продаж в крупной торговой компании. Увлекается археологией, шьет куклы, варит мыло и много времени уделяет своим родителям. Мечтает почувствовать теплоту мужских рук. Юлия бросила мужа ради большой любви, но ее новый избранник не оправдал ее надежд. Надеется, что Виктор – преданный мужчина. Здравствуйте. Здрасте. Я испекла для вас пирог, можно я вас угощу? Яблочный? Да. Шарлотка называется. Спасибо. Давай я буду разделять, а то он ручки трясутся у невесты. Вот я всегда хотела поговорить с женщиной, которая может бросить все ради новой любви, ради страсти. Ой, практически поговорим. Зеркальная ситуация, как у Виктора. Он тоже выдернул женщину от мужа, забрал, но не женился. А вы сами ушли, да? Да. А что он вам пообещал? Уходи, большую все будет любовь. Хорошо. И женимся. Это, наверное, слово прозвучало, да? Да, звучало. Вот они и сойдутся. Точно. Виктор тоже выдернул женщину. Но она тоже симпатичная. И что? Вот вы уходите от мужа. Как ему объяснили? Спасибо. Но я не нашла в себе смелости сказать правду, что я встретила другого мужчину. Я просто сказала, что извини, но мы не можем больше жить вместе. Это неправильно, я этого не хочу. Угу. Но я знаю, что ваш ребенок не пришелся ко двору, да, вот своему новому возлюбленному? Да, он не был с ним груб или жесток, но... И никакой-то теплоты, любви он к нему тоже не испытывал. Поэтому вы оставили ребенка, да, родителям? На самом деле, все время на работе, с утра до вечера, были какие-то объективные причины.
Да, но, естественно, я бы не оставила ребенка, если бы хоть на секунду он вот Скажите, а муж не пытался за вас бороться? Пытался. Вернуть, не отпустить? Да, он пытался разговаривать, он очень тактичный, умный человек, он пытался приводить какие-то доводы. Ну и как развивались события с вашим любовником? Мы начали жить вместе. Когда я ушла от мужа. Официально развелись? Да, да. Я не умею играть. Ну, это понятно. Да, на вы официально развелись, потому что ждали того дня, когда вас поведут в ЗАГС. Да, он сделал мне предложение очень красиво, очень романтично. Это было с цветами, с шампанским, со свечками. В общем, все очень красиво было. Но предложение было сделано: давай мы с тобой поженимся. 11-го. То есть через год после того, как он мне это только предложил. Ну, в общем, я согласилась на это. Но к тому моменту, когда подходил срок, были финансовые трудности, были еще какие-то проблемы с работой. У него? У него, да. И, ну, как-то посовещавшись, что называется, посовещавшись, он решил, что, наверное, надо еще немножко отложить. 12-го. Да, может быть, до 13-го, то есть никогда. Красивые даты почему так важны были для него? Он когда родился? Он водолей. Водолей, тоже водолей, да. Тяга водолеев к ракам, она, в общем-то, известна. Такой порочный круг, ухожу и возвращаюсь. Невеста очень приятная, такая свежая девушка. И как расставались с ним? О, мы с ним расставались дважды. Вы знали, что у него параллельно с вами еще какие-то романы? Да, у него появилась девушка, я об этом узнала. Добрые люди подсказали. Ну и, в общем, он так себя вел, что это было понятно. А ему же неинтересно было. Вот, пожалуйста, Виктор сидит. Вот просто слушайте истории это с позиции женщины. Да. Вы что же сказали, это давай подождем. История. Видите, они все-таки имели, как говорится, контакт, и они, как говорится, совместно проживали и обсуждали после того, как свадьба была перенесена. Ну, что у вас было свадебное путешествие. У меня закрыты двери, и все. У вас было в замкнутом, Виктор, для вас, как для сжатом временном отрезке. Повторные цифры играют роль? Нет, вообще я отношусь скептически. И вот когда вы расстались со своим любовником, вы не пробовали вернуться к мужу? Нет. Юлечка, какие выводы сделали? Кто виноват вот в этой всей истории? Ну, наверное, все понемножку. А еще хотите страстей или уже наколотились, хватит? Да нет, уже хочу стабильности. Хотите дом, да, уже чтобы ребенок, да? Да. Сколько сын, сейчас, кстати, здесь? Сколько ему? Ему 14 лет. Привет, привет, друг. Левый. На папу похож, да? Да. Папа красавец, наверное, если на папу похож. А вот вы какой-то запрещенной археологией занимаетесь? Динозавр, что ли, ищете? Что это такое? Нет, ну, я не могу сказать, что я этим занимаюсь, я этим интересуюсь очень. Это альтернативная история, которая идет вразрез тому, чему нас учат в школе, что мы все произошли от обезьянок. Сначала прыгали по деревьям, потом А вы НЛО ищете, да? Нет, не обязательно. Просто альтернативная история говорит о том, что была какая-то высоко развитая цивилизация, от вы которой что, ищите, мы пошли. На раскопки нет, я, ездите, нет, или я что не делаете? Езжу. Я читаю об этом. Библию я читаете? Интересую. Библию в том числе. Конечно. Я и теологией интересуюсь. И вот по-моему, уже теория Дарвина во всем мире стоит под очень большим вопросом. Но в школе ее преподают активно на сегодняшний день, да. Вот у нас жених верит в любовь вечную какую-то, да? Угу. А вы? Я тоже верю в любовь. То есть вы замуж по любви выйдете? Ну, безусловно, любовь прямо должна по такой, быть. По такой, вот про которую вы оба. И поедете в другой город. Ну, если это любовь, и при этом нет, она а не со, с такими страстями, да. А детей еще хотите? Хочу. Ну, видишь, она детей хочет, а жених-то непонятно, чего хочет. Да. У вас остался один бонус. Семейная традиция или тайна? Что уже расскажете? Да, у нас есть семейная традиция. У нас с сыном есть день непослушания. Да раз что в вы, месяц. Какая да. прелесть. Я приверженец домашнего питания, не разрешаю
пицца, суши и все прочее. А вот в день непослушания можно все. Она такую попу-то и наела. Да, по ней видно. А мужу будет что позволено в день непослушания? В этих же рамках все можно. Все, что касается питания. Это все только еды касается, да? Безусловно. Спасибо. И я смотрю, вы приготовили сюрприз. Да. По цвету они друг другу подходят. Виктор, специально для вас я подготовила этот подарок. Эту бутылку я украсила своими руками. Это декупаж. Ну, видите, очень символичная надпись. Давай поженимся. Да. И хочу, чтобы этот нектар любви мы сегодня с вами выпили за вашу счастливую личную жизнь. Не, ну какая девушка затянется? У нее даже бутылочка в тон платью. Своими руками. Давай поженимся, на ней написано. За ваш правильный выбор. Спасибо. Совет да любовь. Спасибо большое. Спасибо, Юлечка. Забирайте своих подружек и свиты не забудьте. Денис. Ну, Юля мне тоже очень понравилась. Интересная девушка. То, что в жизни у нее там так случилось, что она там оставила мужчину, ушла к другому. Ну, наверное, любит какие-то красивые, эффектные поступки. Я думаю, что Виктор на них способен. И я думаю, что ее вполне тоже можно рассматривать на роль потенциальной жены. Как вам, Виктор? Приятная женщина очень. Да, можно. Специальная жена. Можно. Мы даже не сомневались. Ну, конечно, надо брать. Ну. А что звезды? Именно душевно-духовное взаимопонимание в первую очередь. Вот, конечно, есть совместимость, но при условии, если вы в первую очередь будете проявлять желание и настойчивость. Вот. И вспоминаю вот эту историю про цифры, все-таки единица не ее число, потому что вот именно с проявлением своего «я» могут быть проблемы. Она хочет быть первой, но станет за мужчиной, именно за спиной. Понимаете? Давайте выбирать. Мужчине повезло, он как в цветнике. Что ведущие красотки, что невесты, что их подружки. Все красотки. Виктор, кто тебе больше нравится? Кто нравится? Это уже серьезный выбор, я тут не знаю. Я тут в смятении. Ты в Беларуси едешь или в Москве остановишься? В смятении я, чтобы не ранить, как говорится, вдруг что-то не получится. Тут у обеих присутствуют дети. Поэтому не знаю. Что скажете, друзья мои, Денис? Ну, я бы Виктору посоветовал бы выбирать, наверное, между Таисией и Юлией. Да. Вот, потому что первая невеста, ну, мне кажется, все-таки достаточно, несмотря на то, что она очень эффектная и красивая, она очень сильная. Да, мы уже обсудили, мы теперь просто... Я думаю, что Таисия, Юля, тут, чтобы ближе уже. Ну, так Виктору. Все-таки кто, Таисия или Юлия? Он же не может пойти к обеим. Ну, я лично живу в Москве, мне, конечно, лучше, чтобы он в Москве жил, поэтому мне лично Юлия больше нравится. Юлечка, он придет к нам. Я, конечно, за Юленьку, потому что и возраст помоложе. И пацана надо воспитывать. Терпение побольше, потому что с вами жить трудно, а у нее еще силенок побольше. Но, с другой стороны, мне вас жалко. Почему? А вдруг не сладится? Понимаете, одно дело, сюда перетащите все корни, а вас это выгонят. Это опять куда-то туда. Тут уже не прижимется. Поэтому, а все-таки на родной земле стоите. Намного проще. Это намного проще, если люди не совпадают и разъезжаются. А вот когда именно вот они... Разъезжаются в одном государстве или разъезжаются в разных государствах? Какая разница? Мы у нас одно государство, в принципе. Скажи, пожалуйста, ну ты советуешь Юле, да, тоже по звездам? Я думаю, что вы боитесь первую претендентку именно потому, что отношения могут быть слишком прочные, и здесь немножко пострадает первую ваша Татьяна, свобода. Первую Татьяну ты имеешь, да? Да. Он скажет, да. И совместимость очень сильная есть, то есть боитесь врасти, я так думаю. Во втором варианте есть действительно жажда притяжения и в то же время отталкивания. В третьем, вот это вот именно возвращаться и уходить у вас всегда будет. Понимаете? И именно это вас притягивает.
В общем, сами решайте, мы в любом случае вас поддержим. Проходите. В один день вы узнаете, что дочка беременная. Обрадовались? Конечно. Очень рано. Конечно, не обрадовалась. А ты хочешь, чтобы папа женился? Честно. Вот просто честно-причестно. Нет. Почему? Потому что у мамы уже муж есть. Друзья мои, выходите из комнат. Давайте поддержим решение Виктора. Я рада. У нас есть пара Виктор и Юлия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Спасибо.